Да, и вообще, чтобы кто-нибудь на храм его позвали в гости, я могу ответить, что он хорошо. Что он накормлен, не переживает. Вы, Игорь, записали, как его ответить. Кто сюда заходит, сам герой, можно сказать. Страшное место. Замкнутое пространство. Клаустрофобия называется. Боязнь. Не боишься? Нет. Я же занимался спелеологией. Ну поэтому. Читаешь толкование, я больше. Толкование? А ты что? Я больше Сергей, как только это подойдет? Дайте, пожалуйста. Какой там? Я батюшку повезу. Тимофея? Лука. Так, не уезжайте. 18 глава про Луку. Лука 18. Про Луку говорю. Лука про богача. Я с ним договорились, он все знает. Не надо ее туда, не надо. Другие пускай, дети сюда, дети пускай. Дети не боятся. Ну вот он сячу. Бачку боится. Сереженька, ты садись, тут со мной. Видишь, что уже кольцо будет сразу открывать. Не хочет. Ну закопись. А позвать, чтобы переводили буквально. Деня, на работу. За работу. На хозяйстве? Да. Не болеет? Болеет. Не написали его? Твою небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, молим Тебя ради имени Иисуса Христа, благослови наше собрание, прибудь с нами, сохрани нас в истине любви друг от друга. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. А болящих, Татьяна Кузьминична? Меня коротенько. Мария Яковлевна дома выписали из больницы. Ну, вроде бы пока нормально все. Оля Симоненко выписали ее в пятницу. Я прерываю, что-то слышишь. Нет, я не думаю. Долго ты сюда. Ты всех очень тщательно все это. Я иду сейчас по больным посещать Анну и Валентину. Вот следующая исповедь будет 29-го, в субботу. В этом посту будет последняя исповедь.
Так что кто горит желанием исповедовать сами грехи, тот готовьтесь. Значит, к этому. Вот ко мне какие вопросы? Нет? Все, я поехал, благословляю. Но... А вы поедете на престольный праздник в Сибирское? Я, говорит, рубачку приглашал. Да, напомнил, хотел сказать. Меня пригласил на престольный праздник в Сибирском. Это военный городок, это ракетный щит Сибири, да. И все такое вот. Он пригласил. Там у них храм в честь великомученицы Варвары, а в понедельник память великомученицы Варвары. Вот он меня пригласил, батюшка, туда. Я думаю, туда съездить. Я принял приглашение, это он у меня был в Потеряевке, отец Сергий. Вот. И он так настоятельно приглашал, что побыть там. Принял, владыка будет там, наверное. А во сколько вы поедете? Я не знаю, как поеду, я еще это не решил, кто я попробую, кто может по пути кто-то или как, а нет, тогда, ну не знаю, как-нибудь еще, пока я ничего это не могу сказать. Как я поеду? А вы один день будете или... Сразу же. Нет, я вечером и утром буду, на литургии буду, конечно. Я там, наверное, останусь ночевать там, где-нибудь там. Тоже. Но Илья пришел уже, нет? Да, в пятницу пришел. Но пришел, так он там будет или нет? Ну, он сейчас дома, он говорит, пока борода отрастет. Борода. Что ж там он не растил борода? А с нашей прихода, с нашей общины был... Один брат, который с бородой служил нормально, все, служил, никаких нареканий ему не было. Не знаю, так, но... Хотя... Знаешь, что такое-то, нет? Не знаешь? Виктор Савченко. А, ну да, так. Так с бородой он служил, и никаких нареканий ему не было. Я думал, что же, что борода прислуживал там... Брат, это зависит не от того, что ничего. Какой он в алтаре прислуживал батюшке? Ну... Какой там, кто его за бороду? Он что там? Боится, что ракета будет взлетать, за бороду зацепит или что? Да его к ракетам близко не подпускали на километр больше. Да, он в казарме отночует. Ну вот и все. Это хоть где будет, такой человек, хоть где будет искать обязательно. Жена не разрешает. Если на работе работает, там токарный станок, может борода в токарный станок зацепиться. А я знаю, хороший мой знакомый, твой родственник, очень близкий тебе, который на авиационном заводе работал токарем высшего разряда. Токарь. Который запчасти там для самолетов делает, который сам это уже ну, заверяет таким людям. И у него борода была поболее твоей. Помнишь такого человека? Помню. Помнишь. Вот. Поэтому его не мешало. А ведь тогда, вы знаете, представь, на авиационном заводе закрытое предприятие, там же и военные самолеты выпускают. И ему доверяли. Нигде его бороду ни разу не захватило в токарный станок. А это бороду грех затаскивает всегда. Вот. Ага, борода, ну, покрасивее надо, чтобы. Другому жена не разрешает. А там где-то на работу устраивается, а там какой-то называется дрискот или как это? Дрискот. Дрискот. Дрискот, что такое. Обязательно должно быть так. Понимаете? Что сегодня такое все не придумаешь. Мне на неделю матушка задала вопрос, и я не мог ответить на этот вопрос. Матушке не мог ответить. Она говорит... Услышал по радио, а что такое шопинг? Ну я ответил, я говорю, это, наверное, когда дискотека, танцуют, там крутятся, говорю, задницы. Вот это, наверное, и есть шопинг. Ну да. Это шопинг. Да. Ну потом я кое-кому спросил в Потеряевке, тоже отвечает так же. Думаю, что танцы там не знают. Но один в Потеряевке ответил правильно. Но я думаю, достовериться, позвоню другу своему. Отцу Яну. Он говорит, да я не знаю, это тоже, наверное, вот это вот что, тоже то, что я думал. Но, я говорю, ты узнай где-нибудь это. И он через час звонит и говорит, все, я, говорит, знаю, что такое шопинг. А мы, говорит, сейчас с матушкой целый час шопингом занимались. А что такое? По магазину ходили, по супермаркету, там закупали что-то. Это вот называется шопинг, ходить по... Покупкой. Покупать что-то. Ну, и не просто пошел я, а когда... Говорит, делать там нечего, что-то, да и деньги, а другие это болезнью болеют. Я ей говорю, не надо, надо пойти по магазинам прошвырнуться, говорит. Вот это шопинг. Понимаешь, такие слова стали в русском языке, что их даже и не знаешь, что оно обозначает. Думаешь одно, оно совсем другое. Вот так вот. Что, Валера, что еще? Небольшое уточнение насчет шопинга. Не просто ходить по магазинам, а искать цену пониже.
А-а-а. Товар найдешь, где цена самая низкая, вот это будет твой шопинг настоящий. Ну, вот, ладно. Можно еще? Батюшка, это, вот сейчас там на Украине такие события идут, и московскую патриархию начали обижать со страшной силой. Там. И я думаю, сегодня то, что вы возглас-то про нашего патриарха и нашего митрополита сказали. Конкретно вопрос у тебя в чем заключается? Вопрос к тому, что вот мы сегодня возглас делали про патриарха нашего, про митрополита нашего. Сегодня просто голос у него прорезался и все, что еще? Ты чем-то не согласен? Я не согласен. Ну не согласен, ладно, потом... А меня не надо садить, Игнат Тихонович, меня посадит Господь. В одиннадцатом случае это разрешено. Я спросил, просто вопрос задал. Мы просто как в поддержку, чтобы их не обижали, или как? Или мы в московской патриархии? Никто никого не обидит. Нас может быть обидеть только наш грех, если мы. А так никто не может обидеть. Что, мучеников обидели? Мучители. Да как они могли их обидеть? Когда их мучили, говорит, мы, говорит, терпели мучения, отрок один. Говорит, я терпел мучения тогда, боли, тогда, когда, говорит, меня терзали. Когда терзали, я, говорит, не терпел боль, а когда переставали скрести там и обдирать, тогда я, говорит, терпел боль. А почему? Я, говорит, всегда видел, говорит, рядом стоящего, говорит, со мной светлого, говорит, ну, ангела, значит, с прохладным таким полотенцем, как он натирал, и он не чувствовал этих, боли не чувствовал. Вот, кто может обидеть? Да что ты, милый мой, да тем более московского патриарха, кто сможет обидеть, то у тебя, ну это что тебе, не хватило мозгов. Так, все, благословляйте. Будем считать, юмор православный. Батюшка, просто вы забыли. Короче, мы не в московской патриархии. Все, я еще не отвечаю. Нет, да? Оля Семененко в пятницу выписали, она в субботу. И в пятницу сразу уехала домой, в субботу позвонила. Что добралась благополучно, слава Богу. И, ну, все нормально у ней как бы. Всем поклон передают. Анна Кузьминична всем поклон передает. Сейчас мы едем ее вещать, но мы у нее были, она об этом. Так, и Любовь Петровна тоже всем низкий поклон передает. В следующий раз тоже приезжать ее батюшка поедет. Заболела у нас Людмила Степановна. Звонила ей, совсем что-то плохо там, совсем. Вот она вчера не была. Простуда даже, или что-то? Пришла. Ну, и простыла, и что-то еще. Ну, помолитесь за Любовь Ивановну Минаеву, чтобы она убежала уже, наверное. Ей операция предстоит, молитесь за нее. Ну и за Олю Соклакову, чтобы ее Господь вывел из состояния вот болезненного такого. Она сегодня причастница, чтобы она здоровая у нас была. Спасибо, Христос. Все, благодарю вас всех. Начинать нужно с головы. В продолжение о болящих, братья и сестры, звонил Игорь Владимирович Третьяков, всем поклон передает. Они соблюдают пост, как всегда, ходят на богослужение. Он был несколько обескуражен тем, что были многие звонки после того, как батюшка сказал, что тут он, у него великая обида на кого-то. Все стали спрашивать, звонить ему, а не я ли? Они не я ли? Вот он говорит, что ни на кого не имеет обиды, внутренние дела, говорит, я молюсь крепко, и говорит, чтобы просил молиться о нем. И мы сегодня слышали об Игоре, молились, это о нем и молились, что болеет он там, стер ноги, не стер, ну да, стер ноги, мозоль, и потом по норице, нагноение, там удалять, не удалять пока эти ногтевые пластины, то есть такая вот ситуация. Помолитесь, что Господь ему помог. Но Юрий еще продолжает учиться. Так что всем поклон, всем благодарить за молитвы и просит продолжать молиться. А зачем молиться? Где молиться? Чем молиться? Молиться. Обратите его. Далеко. Да. Еще у кого есть о болящих, благодарение. Да, благодарю за молитву о внучке Таисии. Поправилась, слава Богу, спаси Христос. Еще Татьяна Кузьмична где? Татьяна Кузьмична все ушла уже, да. Ну как наблюдатель хочу сказать, уже сегодня озвучиваю. Галина Васильевна, уже не в первый раз. Пока подлиннее нужно юбку. Юбка вот на руке. Коротышка. Когда проходите вот здесь, да, вдвоем стоите? Супермодель. Как Христу проходите. Ну, думайте, что за вами смотрят, есть наблюдатели, работают. Ну, наблюдатели, если про наблюдатели, то еще перестаньте разговаривать. И даже по глухонемому, если кто умеет.
Ну, успокоились все быстренько, а то начинается какая-то... Только что причастились, там, к кресту подошли, и начинается сразу. Подождите немножко еще, еще сюда выйдите, тогда начнется. Ну, еще... И шуршащие вещи не заносите. Вот эти, ну, пакеты. Пакеты, короче, любые, не надо заносить. Еще раз уточнение во время причащения. В прошлый раз Надежда Александровна говорила об этом, что подошли к кресту, от креста, причастие приняли, поцеловали крест, чашу, вернее, и подошли сюда. Вначале запили водичкой, которая называется как? Теплота. Теплота. Теплотой запили, а потом уже принимайте, отошли, и вы принимаете уже хлеб. Понятно? А просфору. Воде, просфору, да. А пустую чашечку поставили на место. Не ждите, когда у вас ее заберут, потому что там идет народ, и нужно быстро это делать. И еще, когда выходят, сразу подходят к чайнику, потому что там теплоты не хватает, поэтому сюда к чайнику подходят. Вы огромной толпой не становитесь, сестры. Вы как-то рядком вот так встаньте немножечко. Ну, рядком, чтобы другие-то проходили тоже к чайнику. И сразу, как кто подошел первый, все ставьте и наливайте сразу всем. Потому что все равно подойдут. И быстрее будет. А то вот какая толпа стоит, не знает, куда пробиться. Ну, все за теплотой, за благодатью. Ну, это уже не теплота, это просто, просто водичка. Ну, понятно, жажда. Так, ну, я думаю, что время как раз толкования сегодняшнего евангельского чтения. Мама тоже поклон всем передает. Спаси Христос. Просит молиться, потому что дело идет к операции у нее. Помоги, Господи. Но, как ни странно, вот после молитвы прям, я прям сильно расстроился, что там опухоль. Думал, уже прям 100% рак. Ничего не могут найти, что это именно раковое. И кости ей просвечивали, метастазы искали. И вокруг все, и саму эту опухоль просвечивали, и кровь брали, и никаких на онкологию нету подозрений. Ну и слава Богу. Да, то есть... Господь силен. Что там такое теперь? Она говорит, и ей операцию никак не могут поставить. Ну, что оперировать-то, не понимают эти... Ни нейропатологи не берутся, ни онкологи, ни мамологи. Хирурги все равно что-нибудь отрежут. Ну да, они не хотят что-нибудь, а хотят, чтобы ну, полегче ей было. А у ней боль постоянно, вот где-то за пупком, там где-то боль идет. Вот. Типа как грыжа, что ли, что-то такое. В общем, никто пока не знает. Поэтому помолитесь, чтобы Господь дал такого врача, который прояснил бы. Да, говорят, известно, что иногда в руках врача бывает успех, чтобы это иногда было у нее. Да. Я вот когда лежал последний раз в больнице, мне неделю ровно искали, что у меня там такое. Пока Виктор Андреевич не пришел и не увидел, что я желтый. И никто мне ничего там из них не говорил, из врачей. А у меня уже началась механическая, называется это, желтуха. И когда эта профессорша узнала, которая меня после этого курировала, после больницы, ну вот в этом, в краевой, она говорит, а как вам излечили-то ее, эту желтуху? Смотрит там все. Говорит, я ничего, говорит, не понимаю, говорит, что у вас произошло, и написала диагноз. Болезнь не установлена, лечение не назначается никакого, диета овощная, все. Никто ничего не узнал. Никто ничего не узнал. И чисто случайно через неделю обнаружили, что у меня не хватает там желчи, и уже тогда начали. А может быть и там и во время этой, когда заглядывали в желудок, мне это все обнаружили. Все освободили. Ты же всех там облил свои желчи. О, да, да. Да, заплевал всех. Ну, не изо рта, а там со шланга, там дырочка маленькая, куда вставляется. И прямо туда вот она выплескивалась уже. Так, ну а теперь Евангелие от Луки, 18 глава, 18-23 стихи. И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною. Он же, услышав все, опечалился, потому что был очень богат. Толкование. Блаженный Феофилакт. Человек сей, по мнению некоторых, был какой-нибудь злой хитрец,
и искал, как бы уловить Иисуса в словах. Но вероятнее то, что он был сребролюбец, поскольку и Христос обличил его именно таковым. И читаем еще Марка, 10 глава, 17-21 стихи. Итак, человек сей был любостяжателем. К Иисусу приходит он с желанием узнать о вечной жизни. Быть может, в всем случае он руководствовался страстью к приобретению, ибо никто так не желает долгой жизни, как человек любостяжательный. Итак, он думал, что Иисус укажет ему способ, по которому он будет жить вечно, владеть имуществом и таким образом наслаждаться. Но когда Господь сказал, что средство к достижению жизни вечной есть нестяжательность, то он, как бы упрекая себя за вопрос к Иисусу, вопрос Иисуса за ответ, отошел. Ибо он нуждался в вечной жизни, потому что имел богатство на много лет. А когда он должен отказаться от имения и жить, по-видимому, в бедности, то что ему за нужда в вечной жизни? Приходит он к Господу, как просто к человеку и учителю. Поэтому Господь, чтобы показать, что к нему не должно приходить, как просто к человеку, сказал: «Никто не благ, как только один Бог. Ты, говорит, назвал меня благим. К чему же еще прибавил учитель? Кажется, ты принимаешь меня за одного из многих. Если же так, то я не благ. Ибо из людей, собственно, никто не благ. Благ только один Бог. Поэтому, если хочешь называть меня благим, называй меня благим как Бога, а не приходи ко мне как просто к человеку. Если же ты считаешь меня одним из обыкновенных людей, то не называй меня благим. Ибо один только Бог поистине благ, есть источник благодати и начало самоблагостыни. А мы, люди, если бываем добры, то не сами по себе, но по участию в Его благости. Имеем доброту смешанную и способную преклоняться на зло. Закон запрещает прежде то, во что мы удобнее впадаем. Потом уже и то, во что впадают немногие и нечасто. Например, прелюбодейство, поскольку оно есть огонь, с внешней и внутренней стороны. Убийство, поскольку гнев есть, великий зверь. А воровство менее важно, и во лжесвидетельство можно нечасто впадать. Поэтому первые преступления запрещаются прежде, так как мы легко впадаем в них. Хотя в других отношениях они и более тяжкие. А сии, то есть воровство и лжесвидетельство, закон поставляет на второе место, так как он и совершаются нечасто и менее важно. Вслед за этими преступлениями закон поставил грех против родителей. Ибо хотя грех этот и тяжек, но не часто случается, так как не часто и немного, но редко и мало оказывается таких звероподобных людей, чтобы решились оскорблять родителей. Если что-нибудь останется, ты, значит, раб того, и раздай не родственникам богатым, а нищим. По моему мнению, и слово «раздай» выражает ту мысль, что расточать имение нужно с рассуждением, а не как попало. Поскольку же при нестяжательности человек должен иметь и все прочие добродетели, поскольку Господь сказал «и следуй за мною», то есть и во всех прочих отношениях будь моим учеником, всегда следуй за мной. И не так, чтобы сегодня следовать, а завтра нет. Не безызвестно мне, что великий светильник вселенной Златоуст принимал, что юноша сей желал истинной вечной жизни и любил оную, но одержим был сильной страстью, сребролюбием. Однако ж неуместно и предложенная теперь мысль, что он желал вечной жизни как человек любостяжательный. Лука, 18 глава, 24-30 стихи. Иисус, видя, что он опечалился, сказал:
как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Удобнее, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие все сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. Петр же сказал, вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более все время и век будущей жизни вечной. Толкование блаженного текла. Не сказал Господь, что богатым невозможно войти, но трудно, ибо таковым не невозможно спастись. Раздав богатство, они могут получить небесные блага. Но сделать первое нелегко, потому что богатство связывается крепче клея, и тому, кем оно возобладало, трудно отказаться от него. Ниже Господь объясняет, как это бывает невозможно. Если же удобнее верблюду поместиться в игольные уши, нежели богатому спастись, а первое невозможно, то тем более невозможно спастись богатому. Что же нужно сказать? Прежде всего то, что богатому действительно невозможно спастись. Не говори мне, пожалуй, что такой-то, будучи богат, раздал, что у него было, и спасся. Ибо он спасся не в богатстве, но когда сделался бедным. Или спасся как домоправитель, но не как богатый. А иное дело, домоправитель иное богач. Богач сберегает богатство для себя, а домоправителю велено богатство для других. Ибо лучше, если мы откажемся от всего, или если не откажемся от всего, то, по крайней мере, сделаем бедных соучастниками, и тогда невозможное сделается возможным. Хотя, не отказавшись от всего, нельзя спастись, но по человеколюбию Божию возможно бывает спастись. И в том случае, если несколько частей уделить на действительную пользу. Ты не на то смотри, что оно мало, но что это малое заключает в себе все средства человека к жизни. И что, как ты надеялся на многое и великое, так он этим многим и малым надеялся поддерживать свою жизнь. Не говорю уже о том, что имеющий малое имеет большую к нему привязанность, большую. Это видно на овцах. Имея одно дитя, они обнаруживают к нему большую привязанность, нежели тогда, когда у них детей бывает больше. Так и бедный, имея один дом и одно поле, сильнее их любит, нежели ты многие. Конец на сегодняшнем чтении. Спасибо, Христос. У кого есть слово? Игнатий Тихонович, вам слово. Я сначала пройду по тому, о чем говорили. Вот у Иеремии, 15 глава, 9 стих, написано, 19, что если ты из ничтожного извлечешь драгоценное, Бог обещает награду. Запишите себе, дети, чтобы запомнили это. Иеремия 15:19. Драгоценное из ничтожного. Так, дети, не уходите, сейчас для вас будет обед готов. Они много слышат, хорошие книги. И они просто смотрят и для себя ничего не берут. То, что мы где-то спотыкаемся, падаем, уже тысячи раз это пройденная дорога. Что-то бывает редко-редко, что никогда не было. Но это исключительный случай. Псалом 36, 25 стих. Давид говорит, я был молод и состарился. Ну какой? Мои года, мое богатство. Дальше он ничего не может, как обиды взять-то из этого. А Давид говорит, и я не видел. Много жил и не видел. Чего не видел? Вопрос-то. Ребенка заинтересует это? Да. Ну то есть всю жизнь приглядывался, видел, исследовал и не видел. Чего? Праведника оставленным. И потомков его, простящими хлеба. Вот
простое кажется, но это абсолютно необходимо знать. Бог как-то это сделает. Я вот попутно говорю. Вы знаете, что у нас Анастасия, робот, 42 года, отошла из всей жизни. Мы точно решили фонд образовать. Нет, меня не было, без меня решали. Батюшке я сказал, когда звонить, надо было уведомить, а вы были здесь. Ну, правило такое. А потом всем. В воскресенье поехали. Вот брат Андрей, он поехал на машине, и из робот, кажется, трое были, да, там. Купили, и все, заснял Володя, я послал его, и как отсчитывают деньги, и уже комментарии. Люди из ничтожного извлекают полезное, что не слова, а дела, и тем более, тут чего, это общий котел наш. И вот они сделали замечание, просят, есть здесь. Была сегодня. Надо ее найти. Где она? Посмотри. Если есть, там сюда этого найди, Василия Николаевича. Просто здесь? Мы не просто так пришли, а мы должны результат какой-то взять. Увидели, что у Проси короткая куртка на ней. И люди, знающие толк, сразу же сказали, ты можешь быть с большой потерей. У меня знакомая одна, и она просит, помолитесь, у меня детей нету. Ну, помолиться я помолюсь, не перекрещусь рукой. Я говорю, а причина какая в чем? А я знаю причину, какая была на площадке в одних капроновых и в коротеньком куртке. А пошла мороз, а идти далеко. И далеко, не просто далеко, а из другой деревни. И это на всю жизнь, ничего не сделаешь. Так устроено все это. Так, я хотел бы узнать. Прося, у тебя по длине что-то есть или нет? А если нет, то значит, обратиться. Вот, Галина Александровна, Надежда Александровна. А почему ты коротенькую носишь? Зима. Ну, прям до поясницы, где поясница сгибается. Ты просто простынешь все женское свое здоровье, потеряешь один раз и все. Будешь потом плакать и не вернешь. Ни детей не будет, и всю жизнь будешь на таблетках жить. У тебя есть что-то подлиннее? Хотя бы до колен. Да. Уверена, что есть? Да. Если нету, то купи. Я не слышу. Не носи эту коротенькую. Весной ее носи, когда месяц май. Вот теперь. Наступает месяц мая. Это пишут совершенно посторонние люди, которые посмотрели ролик. Я из ничтожного извлекаю полезное. Вот хочу конкретно. Не трудно будет, Валерий, начинать письмо. Вместе на бланке. Вот послушайте, вчера мне принесли письмо, касающееся меня. Бланк сначала, Горку, прочитай, что написано. ГУ МВД России по Алтайскому краю. УМВД России по городу Барнаулу. Отдел полиции по Центральному району Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу. Лапкину Игнатию Игнатьевичу, улица Ползунова, 6, город Барнаул, Алтайский край, индекс. Вопрос будет ко всем. О чем они говорят? Послушайте, здесь шифровки нету. Уведомление. Сообщаем, что по вашему сообщению, зарегистрированному в книге учета сообщений о происшествиях номер 27389 от 06.12.2018 проведена проверка, по результатам которой установлено, что в данном случае отсутствует состав какого-либо конкретного правонарушения и преступления. Материалы проверки списаны в номенклатурное дело. В случае возобновления каких-либо нарушений, незамедлительно сообщайте в дежурную часть ОП по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу. Телефон дежурной части 630202. Данное решение вы вправе обжаловать в прокуратуре Центрального района или в суде в порядке, предусмотренного статьей 124-125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа и судебный порядок рассмотрения жалоб. Начальник Дегтярев. Так, кто понял, о чем речь идет? Что там было 6 числа у вас? Вы писали какое-то заявление или звонили по телефону, сообщали? По телефону. Ну кто-то перелез через ограду или зашел.
что-нибудь такое? Там совсем рядом ходит. Не перелез и не зашел, но могло быть. Ну, я понимаю. И нас даже другие спрашивают, когда я нарушил наблюдение, Володя уходит, я показал, ну, где-то здесь зацепились. А почему вы дальше не сообщаете? А что это? Чего люди готовят для вас? Небольшая машина, черная, коричневого цвета, какими-то полосами вот так вот у ней. Широкими полосами, что-то, я не видел такой окраски. Но какой номер записан, я сразу глянул, это Новосибирской области. Как только стемнеется, они ставят ее тут, где заезжаете. В калитку нашу упираете. Сколько не смотрим, ложимся спать, она стоит. Ну, бывает. Но у нас есть где ставить рядом. Здесь никто не живет, только мы, а здесь машины нету. На другой день, на другой вечер, та же история. На третий появляется машина и снова становится судак. Куда? Когда во дворе, если туда приехали, там ездят, а рядом там стоит, ставят, ну, площадка. Ну, 20 машин свободно поставить. Почему к нам и это? Я посоветовался с братом, говорю, как, позвонить или не позвонить? А может быть, что-то, кто-то, говорит, на свои дела уходит где-то. Мы один раз так заметили, он приходит и что-то здесь покопался и пошел. Оказалось, они наркоперевалочную базу устроили здесь у нас. Это уже у нас опыт есть. И я подумал, взял и позвонил. Я только извинился, говорю, ничего плохого мы не можем сказать. Если не так, то простите. Ну, а скажут, что ж вы видели, необычное явление не сказали. Я очень хорошо с органами милиции знаком. Могу просто сказать, вот мы ехали дорогой, не где-то от Тихого океана до Атлантического. И ни разу, были всякие милиционеры, но чтобы прямо сделать зло, ну, было зря там штраф, я от книгами дам, отойдем, но чтобы привязываться, вот так не было. Жалоб нету никаких. И вот, смотрите, какое маленькое дело, ничего нету, я из него извлекаю полезное. Они написали, они печатали это. Ничего нету, они печатают. Почему? Строжайшее указание с вышестоящих органов, ни одного звонка не оставлять без внимания. Я перехожу на украинские дела. Что там есть? Кратко. Там наши братья, там чат есть такой, Сергей Павлович руководит этим. И когда закончится, они переписываются все. И Украина, и там много людей приходит. Один ответ. Финансовый поток перекрыли. Там ничего нету в этом. По этому вопросу Синод Зарубежной Православной Церкви во главе с нашим первосвятителем Илларионом, они сказали, мы с Ануфрием на 100%. Который Московского патриархата на Украине. А Варфоломей и прочее, это такой раздор там сеют. Это я не знаю, в глубину не лезу. Но главное, без внимания они не оставляют. Финансовый поток, больше тут ничего нету. На спасение это не влияет. Кого? А то поминающие, не поминающие. Да, нужно знать, кто у нас первосвятитель. Но считать, что от этого спасения зависит, позвольте. На неделе приезжает отец Павел. С камня на обе. Ну, еще у ворот звонит, я уже наружным наблюдением снимаю, как он заходит, и дальше снимаем. Он все рассказывает. Где он? Здесь его обидели конкретно. Он не стал дальше дожидаться и пошел искать. Каждый раз спрашивает у меня, а закон этот епископ или нет. И он примкнул к пасечнику, архиепископ Тихон Омский. Там все видно, кто его рукополагал, его священники рукополагал епископ Евтихий. Ну, тут рядом можно. Там его нету. Он приезжает, я говорю, а где ты находишься сейчас? Что-то здесь не так. А я теперь в сербской церкви. Сербской? А какое отношение? Сербия, там, крошечное государство, уничиженное, самое бедное, наверное, на всем европейском континенте. И как ты попал туда? Как звать епископа Акакий? Ладно, я заряжаю, все, смотрю, 53 епископа у них, никаких акакиев нету. Я дальше, а он в это время ушел, я думаю, приготовлю материал. А как ты узнал, я спрашиваю, что он законный? А я фотографии видел, да сегодня фотография, разве это документ? Там такой фотошоп сделают, только специалист может определить, где ниточка проходит. Аминь. Заметьте, это не ничтожное, это очень многое. Значит, он, говорят, что ты не поладил с Тихоном, а того... Кому примкнул, рукополагает Тихон и Вениамин. И там еще один епископ из Алферовых. Я ничего не могу сказать.
Я тогда стал ему выговаривать. Отец Павел, вот ты что, какую новость услышишь, что сразу приходит и говорит, а вот там какой-то епископ был на границе там, ну, не может сказать. Я говорю, наверное, Жар Михаил был такой, там, около Румынии, форпост Фино. Да, да, да. Он приходит, говорит, так он умер. Умер. А у меня с ними связь была. Да нет, не слышно. Он архиепископ теперь. Он среди тех, которые явно выступили против патриарха Кирилла. Он к патриарху Кириллу относится за то, что встречался в Гаване с Франциском. Ну, что-то они в этом видят. И они меня как бы пригласили даже. Вот хорошо, что вы тут с нами. А я тогда сказал, не сидите, монахи. У вас румынский язык знают. А украинский, русский. Ну оставьте, сколько у вас монахов там? 400. Ну оставьте 50 стариков. Сами идите проповедуйте Евангелие. Что вы сидите? Храм уже 5 или 10 строят на этой территории. Он умер. Посмотрел, не умер. Отец Павел, он не умер. Не умер. И дальше. Осипов, тот говорят, умер. Умер, я заряжаю, Осипов, живее, что я живых. Что ты собираешь? А вот женщина видела сон, и что 3 января начнется война. Война? А кто такая женщина? Ну, так это сон. Я говорю, ты помнишь, когда ты был против переписи? Когда перепись была, и ты воевал. К нам приехал Потеряев, я ему показал. 3 переписи было, 3. Он даже не знал это. И во всех участвовал народ Божий. А в последнем участвовала Божья Матерь, Иосиф и сам Христос записан там. Или что отступился? Вот эта карточка, которая там, это тоже экуменическая связь с кем-то имеет, это все от Антихриста. То есть ищут где-то чистенькое, чтобы тень не падала. Такого нету. Ты ж против компьютер воевал. Он у меня глаза открыл. Воевал от Антихриста. А сейчас у тебя компьютер, и Ваня сидит в интернете. Почему? Сын подрос. Ну так нельзя же вихлять. Кто ж тебе поверит-то? Из ничтожное, из вещь полезное. Я извлекаю. Какое? У нас Потеряевки. День деревни. Я у батюшки спросил разрешение. Говорю, ну приглашай. Я отпечатал и пошел. Куда? Краевая администрация. Они приняли. Ну ничего особенного нет. Ответ. Приглашение только всего лишь. Я высказал благодарность там за Сурика. Вот открытие Потеряевки. Значит, иду в краевую прокуратуру. Все принимают. Иду в КГБ, ФСБ теперь. Принимают. В краевой суд. То есть я иду в земельный комитет, там отдел везде проехал. Иду в местную митрополию. Тогда была она еще и епископия. Просто архиепископия, ну, как ее даже не знаю назвать, епархия. Ворота, которые машина заезжает на замок, проходной, не пропускает. Я говорю, я принес подать. У нас только во вторник с 10 до 12 принимают. Да это бумага, везде принимает. Такой организации нет, чтобы прием документа ограничивался одним днем и двумя часами. Никак. Ну, я тогда, кажется, включил тяжелую артиллерию. Мгновенно прибежали. Ну, давайте. Максим был тогда Дмитриев-то. Я говорю, это разве можно так себя забаррикадировать? Такой формализм. Бумагу пригласительную. Епископ был другой. А сегодня приходим. Где машина заезжает, вообще не закрывается. Через проходную проходим, никто не спросит. Только там на пути спросили, вам кладыки надо? Да. А, вот тут надо заборачивайте. Никаких пропусков, ничего нету. Разница есть? Ну, может, надо просто смотреть. Я обращался в епископию, к патриарху, писал, я не знаю сколько, ну, 100 документов есть. Ни на один ответа не было, никогда. Ни на один. В прокуратуру обратился 32 раза, мне не 32 ответа пришло. Около 60. В первую очередь на контроле стоит ответили, куда писал в разные органы. И всегда приходит. А вот теперь смотри, им опции не нужны. Там лежит Библия, положил. Кто-то возьми, прочитай, закладки сверху. Открой. Иеремия. 34 глава, первая закладка. Вот это лежит. Это мне с Украины прислали. Я скажу, кто? Иеремия. 34 глава, 4-6 стих. Внимательно слушайте. Причина, почему вот такое на Украине сейчас идет. И почему тут меня не пропустили. Все в этих стихах. Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия, царь иудейский. Так говорит Господь и тебе. Ты не умрешь от меча. Так, подожди минутку. Иеремия, 34 глава, 4-6 стих. Иеремия. На чем? 4 стих читаю. Ну ладно. Что-то мне не то тут. Ты умрешь в мире, и как для отцов твоих прежних царей, которые были прежде тебя,
сжигали при погребении, благовония. Так сожгут. Так, а 6 стих. Иеремия пророк. Все слова эти пересказал Сидейки, царю иудейскому в Иерусалиме. Я тут мог ошибиться. Плач Иеремии, может. Может быть, плач Иеремии. Может. О том говорится, что овцы рассыпались по холмам, и нет у них руководителя. И они погибают, и Господь говорит, я за это взыщу, что пастыри не пасут. Так, ну тогда 50 глава, 6 стих. Какая глава? 50. Народ мой был как погибшие овцы. Пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам, скитались они с горы на холм, забывали ложе свое. То есть везде юрисдикция какая? Вот мы, когда организовывались, русско-православная зарубежная церковь, мы от нее так и зарегистрировались, так и стоим. Мы две общины остались неподвижные в этом вопросе. Ну ладно. Тут разговор шел. Вот, батюшка не стал так сильно говорить. Он сегодня первый раз помянул. Поминает Илариона и помянул митрополита Сергия. Не спешить, торопиться. Как-то был такой у нас разговор где-то. И обстановка у нас никогда такой больше не будет. И вряд ли такой архиерей будет. Даже когда люди видят, и он на защите стоит как стена. И поэтому помянуть его, тут ничего это не значит. Мы не в Московской патриархии. И они, вот батюшка поехал, дали ему удостоверение, удостоверение, что он такой-то едет и имеет связь с патриархией через нашу связь. То есть принятие, то другое-то. Он очень умные ответы дает. Поэтому в этом ничего нельзя усматривать, кроме благодарности. Чувство неблагодарности перечисляется нагло, напыщенно, неблагодарно, к римлянам, когда считаем где-то. Это страшная проказа в людях, полная неблагодарность. Я испытал в своей жизни это не один раз, а сотни раз. Вот восстает кто-то, ну я ему говорю, ну ты чем больше всего доволен? У меня своя семья есть, какое мне благовестие? Ну начнем с семьи говорить. У тебя жена откуда взята? А, вон как. Моя родственница, я тебя познакомил. Если бы я не познакомил, не было бы жены, не было детей, а ты в детях все положил. Ты как-то обязан или нет? А я тебе привел откуда? Не один раз, и не одному человеку это говорю. Ты это рассмотри. Дети твои, я имею какое-то отношение к этому или нет? Ты где познакомился? На занятиях. Я тебя принял? Принял. Здесь ты познакомился с прекрасной девушкой, стала твоей любимой женой. И как ты теперь во врага превратился? А что, чувство неблагодарности испалило тебя всего? А тебе сказать, что такое благодарность? Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Мне Бог дал это великое таинство благодарности. Тебе нет покоя. Я должник. А они мне помогали для лагеря. Вот инструментальный завод там Горшков, Вячеслав Григорьевич. Теперь он ректор, как директор института там экономики какой-то. Вот. Резинотехнических изделий. Там человек нашелся. Не просто нашелся, а он помогал всегда. Там кто-то уходит, задержи, мне как раз нужно будет сказать. Вот. И таких было много. Я их всех постарался найти. Меня брат Сергей Пупков везде возил. Когда мы проехали, где меня держали, где арестовывали, самый маленький охранник, если мне известно, я постарался найти и отблагодарить книгами, что у меня есть. Когда мы были в горах, то мы шли и не могли дойти. Вот такой был трудный у нас переход. И мы последние метры перед жильями ползли, метров 200, ползли, просто на ногах не могли стоять. Я помню, женщина какая-то проходит, я во дворе уже, заползли во двор, ноги совершенно не держат. Молодой человек, там, 20 лет, и надо понимать, какая была усталость, мы по снегу брели в горах. Я гляжу, она несет, видимо, свиньям, и там кусочки плавают. Я только прошептал, дай хлеба. Она не приняла. Соседи приняли. Накормили, мы за столом как сидели, клюнулись, и за столом так уснули. Теперь моя задача найти их, отблагодарить. Мне покоя нету. Это дар Божий. Будьте благодарны, что вы имеете. Вот у нас община. Все сознаются, везде. Такой общины нету. Почему? С
царица Савская услышала Соломония, когда пришла, ее поразило порядок. О зверях, о птицах, о растениях спросила. Порядок, чинность за столом, служение слуг. Вот что так подходили к причастию, люди знают, и ну, просто нету. И мне пишут и кто-то, вплоть до архиерея. А можно это сделать? Нельзя. Это издалека надо начинать. Лагерь наш какой был, тоже такого нигде нету. Такая дисциплина, такие дети и прочее. И такая потеря. Это Бог делает. Но благодарность это все восстанавливает. Я вот просто некоторые места еще прочитаю. О чем еще сейчас говорили? Просто коснуться этого. Вот купили плиту. Я никакого отношения не имею, дома сижу. Есть люди, которые вас очень любят, кому купили плиту. Очень любят. И хотят, чтобы их у нас здесь не было. Писание говорит, не сидит в совете нечестивых. Это могут быть родственники, близкие люди. И они очень ревнуют и начинают страшно злиться на тех, кто помогает. То есть они хотят вас пленить, чтобы потеряли Бога, Христа, общину. Будьте бдительны, вы уже все большие. Ты, Неста, слышишь? Скажите Ване об этом, потому что нападки совершаются. Теперь еще минутку, задержи там маленько, я буду говорить. Быстро, уходят. Я сейчас скажу. Это уже тени. На одну минуту буквально мне нужно сказать. На меня нападки. Я просто говорю. Вот в интернете возник вопрос, что у нас, говорит, у вас есть... Люди показывают, там брат ходит в алтарь, а бороду роняет. И она делается не длиннее, а короче. Не знаю. Начинает дальше называть по имени. Я говорю, я как-то тоже подумал так, подошел к брату, он мне ответил, я не трогаю бороду. Я что теперь должен был с сантиметром ходить мерить? И выступает в защиту Валентина Старстисона из Германии. Я тогда была и называет уже по имени. У него просто борода такая. Так что, если так или не так, о ком я говорю, вы для себя это примите. А о ком вы говорите? Ну, кто имеет уши, да слышит. Мне сказано не называть. Человек узнает. Я выполнил все условия. Сказал и прочее. Этого делать нельзя. Немного, значит, ничего не сказали. Немного. У нас конкретно надо в общине говорить. У нас семья большая. Давайте в семье так семья. Как Ванька, Манька или кто там. Говорите все. Я думаю, если внимательно вы слушали, вы все поняли. Но я ничего не понял. Я поняла. Кто? Ну ладно, не надо. Сушивается поиск, я скажу так. Игорь, послушай. В алтарь, подумай, кто входит в алтарь? У нас дома, говорит, живет зверь. И очень опасный. Что, Севастьян? Но он ручной. Теперь разгадывайте. Допускается три только ошибки. Какое? Млекопитающий или травоядный? Млекопитающий. Нет. Какой? Ну, дальше начинает говорить, что он зверь, хищник. Так. Сидят все, хищник. А этот зверь когти втягивает или не втягивает? Волкообразный не втягивает, а этот втягивает. Ну, я должен ответить, да, втягивает, когти есть. По деревьям лазит, да. Еще какие-то, то есть поиск сужается. И, наконец, я говорю, еще нигде, ни в одном цирке этих зверей не было. Приручено, он не приручивается. Бабушка с дедушкой держали, выходили, гуляли, а на утро как-то они не вышли. А когда пришли, они оба съеденные. Ручная. Со щенком взято. Кто это? Вот поезд сузился полностью. И в таком, вот такими качествами есть только один зверь. Я это попутно говорю. У нее кисточка на ушах, да? Камышовый кот. Нет. Рысь. Черная рысь пантера. Пантера. Черная пантера. Черная. Совершенно не подается дрессировке. Ее взять даже нельзя. Вот сказать, самый смелый зверь какой? Люди, если не знают, знаете, медоед. Четыре льва, он один против них, а сам такой кнопкой. Ничего не могут сделать с ним. Он буквально каждая косточка другое место принимает. Его же зажали все, он говорит, голова уже с этой стороны. Как будто шкура, это у него просто. Я к тому говорю. Я сделал небольшое вступление и сказал, что упрек был вот в этом, чтобы не было этого упрека. Потому что мы на особом учете у мировой прессы. Они смотрят за нами все. Я вот сегодня утром выдернул от Сергея Козлова, я не знаю, но не меньше 20 роликов, которые перенесу к себе. Мы живем в такое время, где он единственный такой среди парализованных.
когда не рук, ну парализованно бывает тогда, тут у нас тоже сломало шейку бедра, ну еще и лежит, только за ней ухаживают. Под... Этот работает, он так работает. Иконописец, иконы на первом месте в мире. Дальше, какие он ставит ролики, как украшает, с какими вопросами, сектанты разные приходят, и как он с ними беседует. Зайдите на его канал. У меня ни одно, не могу как заявление подавал, чтобы потеряевки быть. Надо заметить при жизни. Поблагодарить Бога, что такого человека Бог дал России. Это необыкновенный трезвый разум. Лежать, вот нынче он, кажется, уже 16-й год лежит на вытяжку. Ни рука, ни нога не движется. Руки согнуты, но движется один плечевой сустав. И как он работает на компьютере. Какие иконы пишет. Ну, там Малахов о нем, когда говорит, а там сестра его пришла, этого человека, и говорит. Мы из ничтожного должны извлекать полезное. А у нас не то, что ничтожное, а супер-экстраординарное. И как будто не знают и не видят. С нами в наше время живет этот человек. И наш он близкий, член Потеряевской общины. Заочно с матерью попросились. У него и батюшка был, и я был. Так что имейте в виду, о чем я говорю, для себя. Развейте чувство благодарности или выпросите его. С вами я закончить хочу. Василий пригласит поближе, чтобы был. Василий Николаевич, заходи. Сюда, зайди маленько, я сюда. Выйди, чтобы тебя Володя видел. Не скрывайся за шкаф, маленько вперед, вот шаги. Вот сюда, вот, все. Туда. Слушай внимательно. Вот туда, смотри. Я в прошлый раз с тобой беседовал там. И говорил об этом. Сестры, кто у нас руководит обедом? Ее нету? Или вы кому-то передаете по старшинству? Нету такого у нас. Нету. Ну кто-то собирает на стол. Все дружно. Значит так. Василий Николаевич Арипанов, он у нас здесь бывает. Один вопрос я не могу с ним уладить. Когда вы кончаете обедать, он там остается. Я запретил это. Что делать? Подать ему раньше. За стол молиться. Пусть поставили, чтобы на готовое стояло. Как только помолились, он за стол сел. И за стола молитесь, приглашаете его. Что у него осталось? Это или дворовым собакам отдать, или он пускай баночку приносит, ему выложить с собой. Ты с чем не согласен, что я сказал? Согласен. Согласен. Я прошу тебя не нарушать это. Каждый раз я Людмиле Степановне говорил, это нехорошо, потому что за этим кроется немало и непростое. Я не буду перечислять, что. Вот когда мы с ним побеседовали, где он рассказывает, как сломал, там ключ сломал, крутил, сломал. Не открывается, ручку у двери отломил. А дед говорит, какой хитрый ты, говорит. А теперь Сергей Павлович, он его принял, и все, и живет. Я не знаю, хитрость, не хитрость, но на улице человек не должен ночевать, это определенно. И я Сергею Павловичу сразу сказал, возьми его. Какие продукты нужны, я ему выдам, начиная с муки и кончая сахаром и растительным маслом. А что у него сейчас с дверью-то? Так, что у тебя с дверью? Вопрос. Ну, дверь открыли. А кто открыл? Сосед. Сосед, а куда нужно было звонить, тебе сказали, ты не ездил? Не говори, не звонил? Mm-hmm. Ну, не, и сосед как открыл? Топором? Ну, он пришел, это, сверлом высверлил. Я говорю, вы можете дверь-то отжать. Он пошел за ломиком сходил. Отжали. Ну и отжали ее. Ночуешь? Отжали ее. Печку топишь? Топим. Топит. Дрова есть, мы ему почистили. Пожалуйста, измени образ отношения к своей жизни. А тебе переживают. За стол вместе и выходите вместе. Потому что у нас тут всякие старые, беззубые. Ты меня слышал? Пожалуйста, прошу, не нарушай больше. Все. Вопросов других нету. Спасибо, Христос. Вот сказали, батюшка сказал там Варвара, там День Варвара. Вы знаете, почему там названо во имя Варвара? Кто это придумал? Храм во имя Варвары. Это редкость. А я знаю, когда был Грачев министр обороны, а патриарх Алексей II Ридигер, его Дроздов, кличка была КГБ-ская, вот, они решили защищать ракетные войска. И кого избрали? Римлянку. Варвару. А почему? Когда она убегала от отца своего Диаскора, перед ней раскрылась гора, и она вошла. А эти под землей ракеты также точно закрываются. Это хорошо, надо знать жития святых. И эту римлянку, девушку, незамужнюю, поставили хранить ракеты, которые называются «Сатана». Название.
Понимаете, ну ничего нельзя больше придумать. И никто не воспротивился, никто не сказал. А теперь начинаем, это Украина, виноват там Пилорет. А почему, когда просили, я говорю, раньше просили автокефалию, почему не дали? Отдельно. Украинцы, сколько там епископов русских, там, я не знаю, 200, или, там тысячи этих приходов, там очень много, и лавры там. Почему не сказать, ты, вы православная, православная церковь Украины. На чужой территории, это другое государство теперь, а слово москали повторяется в Московской патриархии. Их-то понять можно. Зачем повод дали? Они просили все эти годы. Я об этом говорил в Москве, не послушали. Теперь они нас также затягивали. Точно так же, зарубежную церковь себе. Вот так теперь там Украина, теперь Варфоломей где есть. Что делать? Только молиться. Ничего не надо. Ничего не изменилось. А им трудно будет. Всем трудно. Из ничтожного языки полезно. Самое ничтожное дело. А полезное то, что открывается, может быть, вход в греческую церковь. Самую обмерщенную, каких я встречал. Ну, маленько как-то... Посмотри, не как вчера смотрел. Вот я сегодня посмотрел один ролик. Всем советую. Запишите, называется «В тени». В тени. Ни одного слова, ни одного человека. И продолжается, ну, минут 25. Только графика одна, и меняет одни кадры другими. Вся человеческая жизнь от Адама до Антихриста. Одна графика. И с таким напором, и подбивает к одному концу, это как втягивает все это в себя. Я никогда такого не видел. Нашел на канале Сергея Козлова. У него еще один там такой есть. Вот, это в тени, In Shadow, рядом написано. Что такое смех? Вы же будете смеяться. И он такой поставил ролик, что ты плакать будешь, а не смеяться. Все, что показано артисты, которые где, как делают, и что Христос сказал, крупные надписи Священного Писания, глава, двоеточие стихи. Запишите себе, пожалуйста, что такое смех. Не пожалеете. У Сергея Козлова не просто ролики. Он лежит, а что он может сделать? Он, как мы ходим, ловим рыбу, он не может. Он весь направлен к небу. И все вопросы в этой тематике. Из-за того, что он с нами, а его там другие священники когда-то обихаживали. И теперь вы видели, что он полностью с нами и заступается. И все. И этот бесноватый стал. Священники греха никакого не признают. А почему, спрашивает, покаяния нет? А написано, если похулил Духа Святого, покаяния вообще нет. На прошлой неделе против меня выставлено ролики большие, большечасовые. Примерно 3 ролика в интернете. Примерно 3. А наш видеоканал, его копируют в других местах под этим же названием, оказывается, во свете Библии, но только открытым оком не ставят. И там ни критики нет, ну, тоже нарезки идут, но по-хорошему. То есть Бог все выравнивает. В одном месте хвалят, в другом месте бьют, чтобы веса-то ровно стояли, не перекосилось. Вот я от Сергея сколько сегодня этого взял. А почему? Моя комната вдоль вот так вместе с кухней 6 метров, а 6 метров длина тюремной камеры. Я каждый день ходил столько и насчитал, примерно 10-12 километров каждый день в камере ходил. А когда ходишь, размышления. И вот размышляя обо всем этом, пришел из ничтожного научиться извлекать полезное. У нас некоторые приходят, в храм приходят, стоят нормально, нарушений никаких нету. Храмовые люди. А храмовники были и масоны. Вы знаете, название такое. Как только выходят, уже одетые. И никаким образом их нельзя задержать, чтобы они побыли. Им не надо это. То есть они не общинники. Вы помолитесь об этом. То есть дверь открыта, человека не будет. И понимаешь, мы помолились. Ты мог молиться везде, но чтобы вот так, после богослужения, собраться, получается, ну нет этого, ну нет, ну зайди в любой храм. Барнули сколько? Ну нет этого. Притом, самые насущные наши вопросы мы решаем здесь. Вы знаете, кто уходит? Попытайтесь найти к ним путь. Попытайтесь как-то заинтересовать. Скажите, что они упускают. И как это по-другому сделать. Я не знаю. Я что мог и до конца уже дошел. Все. И вот о Бороде сегодня говорили. Батюшка сказал, я к этому только добавлю немного. Вот представьте, человек молится, пошел на призывной пункт. И мне звонит. Помолитесь. Ты пошел на призывной пункт, помолился, попросил, нет. И что там с бородой? Сразу военком спрашивают. Ну,
внизу спрашивали, который теперь он вышестоящего, начальник, он полковник. А почему борода? Я христианин. А кем ты работал? Дальше он все. Ой, ему некогда, а он. Молитва, Господь, ангелы здесь рядом. Так. Если вас в армию зайдут, пойдете, конечно, я и пришел, чтобы. Но только знаете, что я стрелять не буду, снаряды подносить не буду. Я буду спасать. Если надо, на минном поле, где угодно. Виктор Андреевич, помните, вы когда в Чечню отправляли, я сказал, идти надо, надо спасать, но не убивать. Не душу вытряхивать, а душу спасать. А у вас какие-то... Он уже начальник говорит, первый раз видит, и он уже другой начальник. Ну, у вас какие-то были операции? Он говорит, операции? Да не было. Ну, что-то найти, чтобы ему от службы его, говорит, откосить. Начальник, я не прошу его. Он говорит, ну, что-то ломали? Ну, руку вот эту ломал как? Да, она нормально. Ну, дальше вот так ты не можешь поворачивать. Ну, я поворачиваю. Ну, тебе же больно, что ты так поворачиваешь-то. Он ее прям натягивает, чтобы на руке невозможно служить в армии. Плоскостопых не берут. И он его не взял. Выдал документ, не военно обязанный. И он теперь в храме взялся священником. Взялся, Господь провел. Взялся кандидат богословских наук, магистр, сейчас доктор богословия. Вот догадались. Отец Геннадий Генрих Фаст. Благословенный от Бога человек. То есть ничтожная борода, и она, смотри, куда поехала. Вот когда усы подстригают вверху, это детка, чтобы причащаться, не делайте это. Щелки женщины не стригите. Я вам сказал, вы будете делать, если привыкли. И смотри, чтобы жена этого не делала. Не постригайте усы. Не трожьте. Я показываю на людей. Вот у старообрядцев ни одних подрезанных усов нету. А худо или бедно, 200 тысяч. За 300 лет никто мочением не крестил. Ну, примеры рядом с нами. Надо просто глаза маленько на это открыть. Вопрос задает батюшка, говорит, и не ответишь, матушка. А мне брат родной задал. Я прихожу домой, скамейка, а на скамейке лежат вот такие вот разные формы, плитки, булыжники. А он мне задает, вот ты все знаешь, а ты скажи, каким камнем Голиафа Давид убил из этого? Знаешь, я посмотрел и на него гляжу, а он лукавый. Я говорю, знаешь, ты камни эти не бросай, а перешли в Израиль и на землю филистимскую. Если сохранился исторический музей, там обязательно этот камень целый лежит. Он убил-то филистимлянина, и камень-то у них должен остаться, а к нам его не привозили. Он покрутил головой, ответить уже ничего не мог. Вы считаете Слово Божие. Там дается ответ абсолютно на все. А теперь, вот кто на место описания указал и правильно ответил. Никита Колесников. Почему там теперь такая борьба на Украине идет? Он ответил одними местами Священного Писания. Я, ну как же мог ошибиться тут? Мне казалось, 34 глава, наверное, 44. Можно посмотреть, посмотри. 44, 4, 6 стих. Ну что-то я не доглядел. А все говорят, Никита, не зря ты 5 лет был в Потеряевке. А он говорит, я пока не был в Потеряевке, я обратился там. В Бога стал веровать, ходить-то. И не, священникам подходил. Ни один мне ничего не отвечал. Ходишь в храм, причащаешься, что тебе еще надо? То есть они людей не любят, они их не знают. Почему Златоуст говорит, чтобы обратить человека, нужны тысячи талантов. И он говорит, я познакомился со Христом по-настоящему, когда встретил канал «Восприятие Библии открытым оком». Наш канал. Если у тебя интернета нет, ты не суди, что полезно. Повторяю, что у нас там этих фильмов, наших роликов, 13400 почти. 1400. Ты понимаешь, все находятся, ну, если 28 миллионов посетителей, просмотров, то, наверное, что-то есть. Мне почти каждую неделю пишут. Я вот обратился, вы для меня духовный отец, а я из комнаты не выхожу. Новые и новые души приходят. Вот эти вот книги. Ну, сделайте о них ролик, мы сделали. Сейчас заказ. Вот заказ. Денег нет, а вы не могли бы выслать? Я хочу к Рождеству сделать подарок. Сегодня Володя уже принесет. Бесплатно. А он заплатит потом. Что нам дает интернет? Мне один из братьев сказал, интернет это от сатаны.
А говорю, у тебя есть там какой-то канал? Нету. А как ты можешь говорить? А кто-нибудь обратился у тебя через интернет? Нет. А обо мне пишут, говорит, тысячи человек пришли. Это доктор богословия, православный, Бочков отец Павел. Новые и новые люди приходят. Что делать? Довериться Богу. Не осуждать, чего тебе непонятно. Вот я по всем местам старался пройти. Даже, думаю, доказал или нет отцу Павлу, что пора Катя. Лучше бы было Тихона. Да. Я, знаете, известный гузатер. Я так и не понял, мы в московской патриархии или нет? Нет. Это и вот никогда не будет. Так, батюшка сегодня поминал из чувств благодарности, да, патриарха и Сергия. Патриарха я не слышал. На следующий раз. Игнатий Игнатьевич, рака за камень не заводите только для нас. Так, я не слышал. Патриарха, он патриарха и дальше будет поминать? Нет, я подожди. Что я нет? Не слышал, патриарха или Сергия поминал? Патриарха он поминал. Ну я не знаю, не слышал. Я Сергия. Ну вас все вечно ничего не слышите. Ну, говорите, столько говорите, и самое интересное не говорите. Мы в московской патриархии, нет, это патриарха поминаем. Нет. Мы и поминаем Сергия. Я решил дальше тогда. Вы хорошо сказали. Благодарность, чувство. Ну тогда давайте дальше перечислять. У нас чувств благодарности и другие есть митрополиты. Давайте их тоже поставим. Мы на эту тему говорили с батюшкой. Батюшка сегодня поминал великого господина, святейшего, святейшего, святейшества, патриарха Кирилла поминал. Потом Илариона. Потом нашего, ну пускай нашего, ладно, алтайского, я понимаю. Сергия, да. Потом дальше опять патриарха поминал, Сергия и так далее. Он сегодня поминал два раза его. Кого? Патриарха и Сергия. Ну, Сергия, ладно, из-за благодарности, я согласен. Да, Сергий. Да. Ну, а но патриарх... этот же патриарх, он, Игнатий Тихонович, завтра уберет Сергия. И сюда придет Максима Гориан какой-нибудь. Так, брат Игорь, я говорил на эту тему. Мы никогда не будем патриаршами. Это первая у меня заповедь, которую я оставляю после меня. Я понимаю прекрасно, но когда начинается это поминовение, еще и войско приплетут, да, воинов. Это ни в какие рамки уже не лезет, знаете. Надо один раз и навсегда поставить. Потому что, не дай бог, вас не будет, батюшка будет спокойно говорить патриарха, вселенского патриарха, хоть до католиков дойдет, ему что, ему хорошо. Так, ну, у него больше друзей здесь. А у нас нету среди священников никаких друзей. Куда не придешь со Словом Божьим, гонят везде, как собак. Да. Простите меня за мои такие гузатерства, да, но, извините, я остаюсь на тех же позициях, на которых пришел в 95-м году, да, сюда. А Кирилл ни на йоту не сдвинулся. А, не, ну сдвинулся. Он теперь согласился, что были репрессии, знаете. Вот 8 лет назад Кирилл согласился с этим. Что репрессии были, вот знаете, были, ну да, вот гнали. Но это было всего 8 лет назад, а надо было уже 80 лет назад говорить об этом. Как Солженицын. Вот Солженицына почему мы не поминаем? Вот кого поминать-то надо. А мы его забыли уж совсем, никто и не читал, наверное, из нас. Архипелаг ГУЛАГ. 100 лет ему было, 3-го, кажется, декабря. Да, да, кстати. Специальный ролик я выпустил по нему, благодарю. Вы же ролик выпускали и забыли о Солженицыне. Я специально о Солженицыне, столетию его, и все благодарности ему высказал. Там. Вот то, что вы сказали про Солженицына, то, что никто не говорит, что он не был рожден свыше, вот это жалко. И когда он выступает, смотришь его вот обращение, все, он действительно вот до конца не договаривает. У него такая нежная душа, это вот он посвятил вот всю свою жизнь, вот эти все гонения после тюрьмы, вот этого ГУЛАГа, посвятил тому, чтобы тех людей, которых в гроб загнало советское государство, чтобы этим душам люди уделили внимание и поняли, что они погибли, эти вот люди. Вы тут сидели, пока сладко жили, мягко спали, а их просто ни за что убили. Ни за что. Ну, у Господа свои на это причины, понятно. Но другое дело, когда один жирует и до конца ему премии платят, те, которые попки, так называемые охранники, а другие, которые там были, и он среди них. И ему удалось написать такую книгу, таким интересным, заинтересовывающимся для других людей языком, и в то же время раскрыть правду. Ну вот Игнат Тихонович начитал «Архипелаг ГУЛАГ». Обязательно, кто не слушал, прослушайте «Архипелаг ГУЛАГ». Обязательно прослушайте. Вас коснется
все то нечестие, вся та неправда, которая упала на этих людей. Мы должны думать о них. И гражданская война не кончилась еще. Пока Путин, Жмутин и Гутин и другие не покаятся в том, что они были коммунистами. Что они были за то учение, которое убивало рядом с ними находящихся людей. Просто убивало, как сатана. Вот сегодня батюшка о смерти говорил. Много интересного, да. Спаси Христос, брат. Румын сказал, есть что... Есть такое выражение, кто не знает своей истории, тот не имеет будущего. О смерти я хотел, немножко просто скажу. Конечно, обращение к смерти, хорошо как бы обращаться. Но не забудьте, апостол Павел говорит так. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? В первую очередь, ко Христу нужно обращаться. Смерть враг же, повержен. Конечно, это враг. Игнатий, я хотел сказать вот об этом, что батюшка сказал. Как, что? Во-первых, ничего не изменяется, но чтобы этого не было. Вот отдельно. Отдельно каждый или все вместе сказать, батюшка, этого не делай. Сергий, это понятно. Но это нас никуда не переходит. Однако они сразу за это дело ухватятся. Батюшка здесь, ну, я не знаю, не посоветовался. Этого нельзя делать. Мы с ним беседовали когда-то, и он был один раз помянул, и с тех пор не стал поминать. Да, а да. Вот сейчас он поездил где-то. Год не поминал. Опять. Он год не поминал ровно. И опять вот. Ну опять, значит, надо побеседовать. Никак. Это очень неправильно. Патриарха здесь, ему патриарха до нас дела нету, поминаем его, тысячи храмов поминают, это не надо, никому подыгрывать. И с нас никто этого не требует. А то я не знаю зачем, я не слышал. Но поверьте, я не слышал. Вы записывали все, там все записано. Да, вы записывали? Ну, вот так. Янила. Вот все уже разошлись. Валя Барышникова просила, она болеет через меня, поблагодарить, кто молился там о ее деле. Доверенность выслал племянник, дело все бумаги она собрала в суд, то есть продолжать молиться. Слава Христу. Достойно есть всякого истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без исцеления Бога снова ручую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних распрей, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, услыша нашу молитву и прими воздеяние рук, как жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка неба и земли. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Боже, всемогущий и любящий Отец, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, судья всей земли. Прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Слава Христу, единосущный, нераздельный Троице. Аминь. Слава Богу. Песнопение, трапеза и занятия.